Другим темам. К пожизненному заключению областной суд приговорил Эдуарда Селезнева, которого окрестили местным каннибалом. Установлено, что с 16 по 18 годы 51-летний мужчина убил 3 человек. Все они употребляли с осужденным спиртное. После того, как жертвы засыпали, Селезнев, пользуясь ситуацией, убивал их, а после съедал. Останки выбрасывал в ближайшие водоемы. Первоначальные показания, которые были им даны, помогли раскрыть данное уголовное дело. То есть изначально были даны им признательные показания. Он раскаялся в том, что совершил, дал явку с повинной. В процессе уже в ходе судебного следствия отказался от своих показаний, выдвинул версию новую о том, что он не причастен к совершению инкриминированных ему преступлений. Уйти от наказания все же не удалось. Отбывать пожизненный срок Селезнев будет в исправительной колонии особого режима. Также он должен выплатить 1 000 000 рублей за моральный ущерб отцу одного из убитых. Приговор в силу не вступил.